Обычная школа, ну как бы у нас была, это бизнес-школа, у нас нужно было в каждый год где-то 3 или 4 уроков или классов в разных там бизнес, entrepreneur, или я не знаю, как это слово на русском, но да, как бы я училась все свои годы в Молдове, потом только сюда приехала в университет. Вот так вот, ну вот.